Сегодня в администрацию пригласили тех, к кому возникли вопросы по итогам последнего рейда. Как правило, это владельцы заведений, где для обслуживания двух-трех этажей той же гостиницы не оформлено ни одного сотрудника. То есть бизнес работает, а люди нет. Хозяин процветает, а те же горничные уборщицы теряют будущие выплаты. Главный акцент – это социальная защищенность наших граждан. Это социальные гарантии, это будущее людей. То есть сегодня, пока люди молодые, не думают об этом, а пенсия наступает завтра, и люди оказываются за чертой бедности. Требование к руководителям предприятия – непременно оформлять трудовой договор с человеком сразу после его выхода на работу, иначе штраф – 120 тысяч за одного сотрудника. Его за последнее время уже заплатили 6 бизнесменов. К тому же санкции вовсе не отменяют необходимость оформления документов. Так стоит ли дожидаться комиссии? Этот вопрос городские власти адресуют всем нарушителям. Ведь проверки – не сезонное мероприятие. Оно продлится до тех пор, пока не будут официально трудоустроены 70 тысяч сочинцев. Именно столько человек, получающих зарплату в конверте, выявлено на курорте.